Всем привет! Хочу показать расклад на умершую женщину. Женщину вчера похитили вместе с машиной с ее. Сегодня женщина была найдена в сгоревшей машине, ну и, соответственно, она тоже была сгоревшая в этой машине. Труп сгоревший. Пока женщину не опознали, но это вопрос времени. Чисто логически это должна быть она. Вот, и вот потому что весь процесс ее похищения был снят на камеру посторонним человеком. Поэтому, конечно, у меня сомнений особо нет, что там может быть не она. В общем, по картам разложила, да, выпадает на вопрос, жива или мертва, десятка чаш, колесо фортуны и принц чаш. Я думаю, если вы посмотрите, где на древе жизни находятся эти карты, то я думаю, что увидите, что эти карты указывают именно на смерть человека. А причина смерти – рыцарь дисков, королева жезлов и искусство. Ну, рыцарь дисков – это, конечно, человек, который поджег. Вообще, там их было двое. Один женщину, угрожая ей, сел в ее машину и заставил ехать, а другой ехал за этой машиной. И изначально женщина остановилась в своей машине, потому что вот та, которая ехала сзади, таранила ее, и женщине пришлось остановиться, и получается вышел человек, угрожая оружием, сел в ее машину и заставил ехать. Вот так все произошло. То есть получается мужчин два по факту. Ну, скорее всего, убийца кто-то один, да, а кто-то вот просто сообщник. Ну, вот тут, получается, мужчину видно, рыцарь дисков. Она сама в огне. Ну, тут, скорее всего, карта показывает такую ситуацию. Таким образом, да, именно потому что ее подожгли. Ну, кстати, еще неизвестно, было ли там еще что-то, да, помимо поджога. То есть это все будут, наверное, еще исследовать. Но вот, как по мне, вот эта карта напрямую показывает поджог, поскольку тут она вся огненная такая, королева жезлов. И вот карта искусства – это цель. И по искусству, скорее всего, это преступление запланировано. То есть женщину украли не с необходимостью выкупа, да, там или разбоя. Нет, тут... Скорее всего, целенаправленно ее хотели убить. И в большом раскладе Ленорман, в общем-то, прослеживается связь с мужчиной, именно что-то по части отношений. Скорее всего, какая-то месть на любовной теме. Большой расклад не буду показывать, потому что достаточно сложно его интерпретировать, поскольку видно, что душа женщины еще пока что неупокоенно ходит, бродит. Это обычно дня три длится. И вот там только косвенно можно увидеть, да, что она умерла, да, в такой период. То есть само событие в большом раскладе Ленорман видно, но вот она не выпадает в сочетаниях смерти. Ну, как я уже сказала, это только потому, что мало времени прошло, через 3 дня, скорее всего, будут уже по-другому все показывать. Ну и что еще? Ну и вот четверка дисков на дне. Ну вот, в общем-то, не такая уж позитивная карта в данном вопросе, я бы сказала.